Здравствуйте! В этом видеоролике мы рассмотрим пряжу Sky от фирмы Drops. Давайте посмотрим на эту пряжу, только не на черную, а на коричневую нитку. На черном ничего не видно. Сама пряжа представляет из себя цепочку, даже не шнурочек, а цепочку связанную, как будто бы. Эта цепочка связана из тоненькой ниточки. Здесь никаких вдутых пухов мериноса нет. Здесь именно вот не шнурок с наполненный пухом, а именно цепочка. Она вот так тянется, такая достаточно стретчевая. И эта ниточка, из которой сплетен этот шнурочек, состоит из 74% альпаки, 18% полиамида и 8% шерсти. Очень мягкая пряжа, очень-очень. Ее прям вот берешь в руку и все, и хочется из нее вязать вот прям тут же. Бежать и вязать. Очень приятная на ощупь. Значит, здесь в 50 граммах 190 метров. Метраж тоже приятненький. Я думаю, если вязать, даже если для вас это там тоненькая ниточка, да, если вы не готовы вязать на спицах, там, здесь указана спица 4 мм, то можно вязать ею и в две нити, потому что, по крайней мере, с другой ниточкой она вот в дуэте участвовала у меня. Образец связан у меня с этой стороны на спицах номер 4, с этой стороны на спицах номер 4,5, но вяжу я достаточно плотно. Поэтому кто-то может связать это и на 2,5, и на 3. Поэтому тут, конечно, плотность нужно подбирать индивидуально. Он смотрится как, не знаю, велюровое что ли полотно. Очень-очень красиво и мягенько. Хорошо драпироваться будет. Насчет рельефов я пока не уверена, потому что я пока что вязала из него только лицевую гладь, рельефные узоры не вязала. Не знаю, как они плоско, не плоско будут смотреться. Нужно пробовать. Но здесь что у нас? Платочная вязка. Непонятно. На образце непонятно, как будут рельефы. Если вы вязали рельефные какие-то узоры, напишите, пожалуйста, как оно в рельефе смотрится. Но то, что это мягко, это однозначно. Значит, что у нас тут еще на этикеточке указано? Что это пряжа группы B. То есть, зайдя на сайт Garn Studio, да, который именно официальный сайт фирмы Drops, вы найдете там бесплатные описания на английском языке, конечно, но они бесплатные. И эти описания подразделены на несколько групп. Для пряжи нескольких групп. Пряжа есть группы А, Б, С, Д, по-моему. В общем, она различается по толщине. И вот описания, которые подходят для группы Б, вы можете издать из пряжи Drops Sky также. Что нам еще говорит эта этикетка? Что это цвет микс. Это тоже микс. Черный тоже микс. Как и у всей пряжи фирмы Drops, цвета разделяются как бы, да, на цвет микс и Unicolor. То есть вот этот микс, он как неоднородный такой цвет, он как не с вкраплениями, вот как меланжевый такой. Очень красивый меланж у пряжи Drops. Если вдруг кому-то понравился этот цвет, то это цвет номер 11. Партия там уже для вас не важна, вот это цвет номер 11. А черный цвет это номер 05. Черный тоже очень красивый цвет. Его на фотографиях и на видео сложно передать, но он такой как не то чтобы с проседью, но в общем красивый очень. Из пряжи Drops Sky я соединила в этой шапке с пряжей Drops Merino Extra Fine. После резиночки я ввела пряжу Drops Sky. И получилось очень даже очень.
тепленькая, мягенькая, ненавязчивый такой пух, такой аккуратненький, нежненький пушочек. Очень клево получилось, мне очень понравилось. Больше я ничего не вязала из этой пряжи, ничего не могу сказать, но если вы вязали, то напишите обязательно свои впечатления о ней. Все, спасибо всем за внимание.